Умар не сумел все-таки так как-то его переложиться. А это Голышев против Малинина. Одной рукой там, по сути, заводил шайбу в воротах. И она действительно оказывается в воротах. Менцева говорит, не-не-не, так нельзя, говорит Менцева. Умаров ему тоже вторит. Но тут-то Голышев уже празднует гол. И трибуны, естественно, празднуют гол. Но давайте разбираться. Итак, Голышев перехватывает шайбу. И шайбы, честно говоря, не видно. Она в воротах вообще побывала. Малинин тут въезжает, ну-ка, отсюда. Шайбы не видно. Арбитр показывает. Вот видите, там арбитр за воротами, он делает жест рукой. Может быть, он там ее где-то видел. Так, еще раз давайте посмотрим отсюда. Опять же, если тут вопрос про помеху вратаря, вратарю, никакой помехи здесь нет. Малинин тут просто сам ехал. У всего голкипера. А вопрос, если по тому, где шайба, я на этих повторах ее не вижу. Арбитр, который на площадке находился, показал, что она в воротах. То есть, может быть, он ее там разглядел. Какой-то тут хитрый ход. Салават Юлаев выпускает Кореева во время этой паузы. А, вот все. Пересекла. Это гол. Мы ни на одном повторе так и не увидели, где шайба на самом деле оказалась. Судьи что-то там такое, посмотрев, гол засчитывают.